72 квартиры здесь построено, будет уже больше 100 тысяч выполнения этой программы. До 2017 года мы эту программу выполнили, несмотря на то, что сложная экономическая ситуация, непростая, новая реальность. Но все равно мы обязательства все выполним. Поэтому я хотел поблагодарить, конечно, прежде всего президента России за ту инициативу, которая была, федеральное правительство, потому что федеральное правительство половину денег выделяет нам на реализацию эту программу, всех жителей Тульской области, потому что 5 миллиардов рублей – это налоги туликов, и ваши в том числе налоги. Благодаря этим налогам вы получите бесплатно, подчеркну, бесплатно получите жилье новое. И, конечно, я хотел поблагодарить строителей за тот подход, который есть. У нас эти дома непростые, у нас, к сожалению, здесь оказался недобросовестный строитель. И вот наши тулики уже, вот Николай Петрович в том числе, подключился для того, чтобы вытащить этот проект. Мы обязательства будем выполнять. А в отношении недобросовестных людей будем работать дальше. Готовить бумаги, возбуждать все необходимые дела. Люди должны нести ответственность. Ну, конечно, вам спасибо за терпение, потому что многие ждали десятилетиями. Поэтому спасибо. Ну и хочу пожелать вам добра, жить пожелать и добра наживать. Поздравляю вас. Ну, мы приступаем к церемонии вручения.